А воды так и нет. Жители 36 многоквартирных домов в областном центре не подключены к горячему водоснабжению. Из них у одного выявлены повреждения на внутренних сетях. Этот вопрос решает управляющая компания. Еще у 12 домов возникли проблемы с заполнением теплотрассы горячей водой. В мэрии сообщают, все работы специалисты планируют завершить не позднее 9 июня. Напомним, на прошлой неделе начальник управления ЖКХ озвучивал информацию о том, что все домовладения должны обеспечить ресурсом не позднее вечера 2 июня. Сделать это в срок не получилось. Сейчас в планах подключать каждый день по 10 домов. На этой неделе мы планируем провести совещание в администрации с тем, чтобы при опрессовках контура ТЭЦ-3 и при включении многоквартирных домов избежать тех проблем, которые возникли у нас на этапе пуска по контуру ТЭЦ-2.